Фестиваль «Алтай-фест» стал еще дольше, еще больше напитков от предприятий пиво-безалкогольной отрасли, еще больше участников. Соки, нектары, лимонад, квас – целое море алтайских напитков для вас. Запоминай! 6, 7 и 8 июня в селе Новотарышкино на территории комплекса «Сибирское подворье» состоится краевой фестиваль напитков «Алтай-фест». Специальный гость праздника – группа «Братья Гримм». Подробности на сайте www.altaifest.ru. Открой свое лето вместе с нами!